Жека, привет. Вот смотри, вот заштукатурил стену вот эту вот. Прошло, наверное, минут, 40-50 после того, как я вот это место заштукатурил. Вот штукатурка сейчас, она еще такая, знаешь, она еще не совсем схватилась. Вот по ней так вот ведешь, она еще оставляет вот такие за собой. Но она уже твердая достаточно. Ну как твердая, ну так себе, не сильно, короче. Но уже маленько начала так подхватываться. Но еще такая полувлажная. Вот сейчас вот я беру. Сейчас поставлю. Видно было. Беру, короче, правило 2,5-метровое. Штукатурные маяки у меня стоят, то есть я их не делаю, ничего, уже все готово. И вот так вот, то есть я сперва тяну вот так вот. Просветы, да? Вот я его беру и вот так вот стягиваю. И все, если у меня что-то есть, оно вот оно срезает. Она, правда, становится чуть-чуть такая вот неровная. Сейчас покажу. Вот она немножко соскрябывает, ну так, кое-где уже не сильно. Но это как бы ничего страшного. Потом, все, ты несколько раз прошел, справило снял, посмотрел, я все нормально, ровно. О, видишь, вон она, щель еще есть. То есть надо ее еще протягивать. Сейчас еще, значит, протянем. Вот, смотри, все лишнее убрал. Все, теперь у тебя стена что так, что вот так вот, без разницы, она ровная. Все, потом все это высыхает, когда пройдешь там на следующий день, просто вот так вот правилом. Вот эти все шкарябки слезут. И все, и можешь потом шпаклевать, в принципе, или просто подтянуть штукатуркой на сдил. Ну, вообще, как бы я потом шпаклюю, поэтому, в принципе, можно на сдил и не протягивать штукатурку, она и так уже нормальная. Сама стена, главное, чтобы плоскость идеально ровная. А то, что там какие-то вот эти мелкие будут неровности, они потом шпаклевкой закроются. И все.